Можно взять самое лучшее, то, что наши предки делали тогда, взять лучшее, что существует сегодня, и создать совершенно принципиально здоровый организм, социальный организм, где каждый человек перестанет завидовать другому соседу. А почему? Вот у него машина есть, а у него машины нет. А значит, он украл больше, а я не украл, или украл меньше. Так может быть, стоит не смотреть то, что украл или не украл, а может быть, каждый человек будет пускай максимально делать, как, что он может сделать, максимально добиться от себя по максимуму и получить в соответствии с этим, конечно, справедливо желательно было. Герои попали в ад, смотрят, типа, котел, это здесь евреи сидят, ни одного евреи не видно. А они, говорят, сидят русские. А что, почему там полно русских, а типа евреев там никого нет? А вы смотрите, видите, евреи, один влазит, а остальные его подталкивают из котла. И они не выталкивают друг друга. А русские что делают? Только кто-то вылез в голову, и вот десятки появляются, ага, не уйдешь, иди назад.